А водиться-то и нету. Вот, а ты лучше воды принёс, чем по этим дурацким делам своим шляться. Да где же это видно? В моём-то возрасте за водой гонять. Эх, бабка, старые мы стали, некому о нас позаботиться. Дошло до тебя наконец-то, допёрло. Сколько я тебе говорила, сколько, а? Что говорила? Что детки нам нужны, а? Ну что же будет кому помочь, позаботиться на старости лет? А ты что, всё, потом, и что потом? Что теперь, всё? Теперь ещё всё, ку-ку. А вот и нет. Это же я сейчас, к знахарю ходил. И что? Он сказал, дело непростое, но дети будут. Есть один способ. Самый надежный. Ну, вот тебе и ну. Да. А ты ему рассказал все? А как же? Вот все. Все. И показал. Все показал. А что там уже показывает? Да ну тебя. Он сказал, если расстараемся как следует, то будут у нас дети. Будут. Да? Только если вот это вот оно опять надо по ночам Снегурку из снега катать, да? Фу. Или из чурбана куклу строгать, то этого твоего знахаря, ну его в эту... Куда? Куда? А тебе не понять. Ты ж даже не знаешь, откуда дети берутся. Да какой еще снег? Какой чурбан? Знахарь сказал, что дело надо в самом натуральном виде обтяпать, чтобы из крови, из плоти, все как положено. А как положено, как? Ну, все надо обтяпать, как положено. Только сказал, больно будет. Господи, спасибо тебе, услышал. Дождалась. Да что там больно, потерпим. Потерпим. А что там терпеть-то? Уже положено, давай тяпай. Давай. Сейчас тяпну. А, давай. Давай, тяпай. Давай. Что? Все, готово. Что готово? Что? Сейчас заверну палец в тряпицу. А на утро будет у нас сынок. Мальчик с пальчик. Он дурак. Ой, дурак, ну дурак он и есть, дурак. А, дурак.